тут. Так, короче, смотрите, вторая фаза. Вчера объяснял, в принципе, то же самое. Только сейчас расставлю по меткам всех. Ну, то есть, вот, когда начинается вторая фаза, то есть, закрыли 4 портала, вы сразу разбегаетесь по своим меткам. Становитесь метки, посередине экрана появляется кнопка, нажимаете кнопку и нихуя не делаете. Стоите, ждете. Прошел купол света, начинается вторая фаза. Вы уже сразу стоите в метках. Первый каст будет лучей, поэтому милики, лучше не идите под босса. Лучи пройдут, пойдете под босса. Если на вас метки, в сторону выбегаете. Дальше, потом будут после меток метеоры. Метеоры закрываем и обратно по своим меткам, потому что следующий каст лучей будет. То есть тут чередуется. Сначала лучи, потом метки, потом метеоры. Потом снова лучи, метки, метеоры. И так постоянно все чередуется. То есть, грубо говоря, вы стоите в своей метке на лучах, потом эти вынесли дебафы. У кого нету дебафов, бьют босса. Потом закрыли метеоры и обратно сместили свои метки. Ну, то есть ничего сложного, в принципе. И так постоянно все повторяется. На этой фазе приоритет РДД в большей степени бьют Джайну, но также бегают, закрывают метеоры. То есть ближайший к вам от метки вы закрываете метеор. И амилики в основном бегаете, закрываете метеоры. Типа. И потом становитесь метки. Смотрите аккуратно, потому что если анонс каст лучей, то значит вы должны стоять. Если не будете стоять в метке, вы 100% сдохнете. Так, дальше. Что еще? Коллапс. На коллапсе все стоят в метках. Когда вот лужи идут к боссу, краев, да? Все становитесь в свои метки, стоите, ждете. На коллапсе Эрнест, Враска, с вас мастер аур. На каждом коллапсе у вас должен быть мастер аура на огонь. Вы должны давать мастер аур на огонь. Так что ауру на огонь ставите. И будете по очереди отдавать мастер аур на огонь. Следующий нюанс. Так фаза будет до 50% босса. То есть, чем быстрее доведете до 50% босса, тем меньше коллапсов, тем меньше луж, тем меньше меток и тому подобные лучей. А когда Вот. прожимать, смотри, у нее такой камень, да, над головой появляется. В какой момент там надо прожимать? Когда каст начинается? Там каст долгий отчасти. Там каст долгий, когда появляется такой тень, типа этот. Тогда прожимаешь. Дальше это ДКшка тоже можешь отдавать 4Т4. По поводу танков. Короче, ретаунты из танков должны быть друг с друга. Набрали там 6-7 стаков, и другой танк таунул. Там и по очереди так таунтим просто. По падению дебафа нажимайте таун. Тоже бегаете, закрываете метеоры, как и все. В принципе, ничего сложного. Сейчас по меткам расставлю, короче, этот. На второй фазе. Денчик, ты стоишь в ромбике и хилишь. У тебя позиционка тупо ромбик. Если на тебе дебаф, если на тебе дебаф, то есть ты его выносишь или в луну, или в трусы. Без разницы куда. Дальше следующий нюанс. По поводу Фанзера. Фанзера, ты стоишь печеньки. Хилишь отсюда, то же самое. Если на тебе дебаф на второй фазе, ты его выносишь или в череп, или в крестик. То есть больше это, больше никуда. Холли Пала, вы вчера не были здесь. На первой фазе будет даваться дебаф, и выйдете его этим любым спеллом. Типа можете шок небес заюзать в этот спелл. То есть там будет спелл, который 30 секунд вешает КД на обилку. То есть смотрите за своим дебафом на первой фазе. Шок небес заюзали, дальше хилите светом небес.
На второй фазе в основном частицы на танков повесите и по рейду в большей степени хилите. Так, дальше. Рестор Шаман. Ты становишься в звездочку. Ты становишься в звездочку. Стоишь в звездочке здесь и тоже выносишь или в луну дебаф на второй фазе, или в крест. По поводу Эрдру, пока тут адмирал, вы в квадрате. Вы вдвоем хилите в квадрате. То же самое выносите в череп метки или, блять, в трус. Как удобно, без разницы вообще. Люди, которые выносят метки, когда вы возвращаетесь обратно, вынесли метки, ну, то есть дебаф с вас спал, вынесли, вы возвращаетесь обратно, забегайте метеоры, закрывайте. Чем больше людей закрывают метеоров, тем меньше урона по рейду. Так, хило, в принципе, распределил. Дальше, по танкам. Вот, ты стоишь в звездочке. Ты стоишь в звездочке. Короче, ну, отсюда таунтишь босса, тебя здесь будет прохиливать шаман, два холли пала на второй фазе. Будем перетаунчивать друг друга босса. Так, дальше, Артемия. Ты стоишь в ромбике. Таунтишь отсюда. Я в квадрате. Дальше, по миликам. Провокатор. Стоишь печеньки. Стоишь печеньки на второй фазе. Враска, стоишь в звездочке. Эрнест, стоишь в квадрате. Рога, ты стоишь в ромбике. Дальше, следующая РДД зона. Локи, стоишь в квадрате. Даркес, стоишь в печеньке. И третий лок в звездочке. Дальше, по солам. Женуэн, ты в звездочке стоишь. Гримперсик в ромбике. Ганвеста в печеньке. По пристам. Этот, Мозер, стой в приоритете в квадрате. Япончик, стой в звездочке. Так. Там Пухан зашел. Пускай на Лока заходит, подамажит. Лёх, можно теперь за вопрос? Что? Вот меня мучает три вопроса. Первый. По метеоритам. Если там урон, получается, делится... Я извиняюсь за шапку, которую у меня сейчас орёт. Ну? По метеоритам. Вот если я, допустим, в тучку прыгну, получается, у меня будет меньше урона, там 90% снижения урона. То есть мне лучше этого не делать. Ты в тучке можешь и один закрыть метеор, если ты видишь. Ага. Понял. Если ты видишь, это то же самое, как на груле Гер, типа. Ты можешь и один закрыть, там, второй раз, грубо говоря, да? Тут то же самое. Типа, ты можешь и один закрыть метеор под прожимкой. То же самое, если, допустим, те же самые совы прыгнут в мишку и нажмут дуалую кожу, они тоже в соло могут закрыть метеор. Там тот же самый варп под ШВшкой в деф-стойке может закрыть в соло, паладин под баблом может закрыть в соло. Но желательно, чтобы минимум два человека было. То есть два человека стабильно не положит, два человека стабильно не положит, но одного положит, если он будет без дефа билов. Хорошо, второй вопрос. Вот когда мы выносим, получается, дебафы на края платформы, они, получается, перетекают в центр к ней, и она формирует глыбу. Мы должны к ней потом чуть-чуть подойти, то есть во внутренний круг, правильно? Да не обязательно, там не сильно откидывает, то есть ты можешь стоять в метке спокойно и пофиг, типа, тебя немножко откинет, потом обратно вернешься в метку. Так, понятно. И по последней фазе, по третьей, там, получается, падают метеориты, и там вихрь, по-моему, такой на двух человек кидается по вихрю. Я прочитал, все понял. Третью фазу не грузи, потому что бесполезно. Ладно, ну просто так скажи мне, сколько можно собирать стаков вот этих метеоритов, которые падают? Вообще нежелательно собирать ни одного стака. От тебя Драгон это никак не зашел. Зависит. Драгонсон зашел. Понятно, понятно. Короче, этот Пухан здесь, в диске? Ну, когда ты сказал, чтобы он за Лока зашел, он махом зашел.
Во, отлично. Этот, короче, заходи, становись, будешь стоять в этом. Где? В ромбике будешь стоять. На второй фазе ты в ромбике. Но главное, не забудь отображать кнопку посередине экрана, когда вот закрыли все порталы, да, разошлись по меткам, не забудьте нажать кнопку. Все остальное херня, по сути дела. Ну да, я скажу, там посередине экрана появится кнопка. Купол света называется. Ты ее должен увидеть в любом случае. Вчера никто, блядь, не сдох, все прожили. Как в Карри Геросе был на роботе такая же. Если кому-то удобнее нажимать макрос, а не кнопку, скинула макрос. В фудилку. Вот, вы нажимаете эту кнопку и все, больше нихуя не делаете. Убираете руки от клавиатуры, пока купол не пропадет. Потому что если вы нажмете какую-то другую обилку во время вот этой херни, да, то вы сдохнете. Типа, если вы прерываете каст этой херни, то вы сдохнете. Это однозначно. Как бы 100%. А если дальше... баблом? Что? Если ты баблом прервешь кнопку, ты сдохнешь. Бабл нихуя вообще не спасает. Единственное, что спасает, это ревностно. Больше нихуя. Типа, ничего больше не помогает, только ревностно. Все он остальное... Как... Она же как этот, получается, действует, как ловушка, на тебя выкидывает нахуй. Все остальное убивает. Да не, она не выкидывает, она просто... Там, блядь, ебет так, что... Там по сколько? По 800 тысяч хуярит, и плюс бабл даже не эвейдит. Ни бабл, ни глыба не спасает. Да. Там драгон нихуя не знает. Драгон... Короче, сейчас в ретрик опускаю. Да я ему уже сказал, что в ретрик. Пускай в ретрик спекается, будет этот хуярь. Главное рейндж на первой фазе. И на второй фазе дебаф. Если на нем дебаф, надо выносить на край. Лёх, ассиста на меня кинь, проверим, как аддон будет работать. А эти метки раскидывать на ком? Ой, ну, ДБР. Сейчас. Чтоб метки раскидывал, ну, на ком метки. Да, и, кстати, секунду, я чуть настроил. Заклинание. По первой фазе. Все, надеюсь, вчера были, все помнят. Ну, там, за исключением некоторых человек. На шторме просто рейндж. От хилов отбегают ДД. Не хилы бегут, ебеня, а от хилов ДД убегают. Хилы набирают между собой рейндж. Хилы пускай хилят. Все, этот, Драгонсон, ты, если что, будешь стоять в печеньке на второй фазе. На первой фазе все стоят в печеньке. Ставлю рыбу. Сопрота не забудь. Да, сопрота не забываем. Обязательно. Сопротом шанс выживания увеличивается на 50%. Так на первой, второй фазе и третьей. Может, фагу к нам, да, и полноценный рейд 25 тел. Ваха все знает, не хочу его. Я тоже все знаю. Понятно, что он все знает. Ты за танка не все знаешь. Так потому что я не буду больше танчить. Более у вас Карина, меня... Карина 48-й раз лица пытается, нихуя не получается. Она хилить бы-то пыталась. Да можно я похилю, а? Вон, пусть этого пока тут в сову спекнут. Хотя стоп. Давай ты реально похилишь. Ура! Давай ты реально похилишь. Фанзера спекнулся в ретрика, а Драгонсон в танк. А Фанзера так и остается в кружочке? Да. Бля, Драгон, дружище, я даже твой ник набрал, где 1000 ГП давать, уже готов. Драгонсон, тебе вообще легкая будет хуйня. Вообще легкая, изичная просто.
Будешь стоять и танчить босса. У него легкая хуйня, это вылететь из игры. Это он сюда. Да ладно, у нас ни одного мага нет. Ни Белки, ни Кирса. Там же Белл вроде был. Куда он делся? Так, сейчас Апетов отключу в хилботе. Апеты показываю. Чтобы я видел весь рейд. Все отлично. Так, а что, мы в минус 2 идем? А что ты дивнула? О. Так, короче, ты стоишь, если что, в этом, в печеньке. В тьме. Карина, град. Даю проверку. Главное на второй фазе бегать и выносить метки. Все остальное там хуетень. Лучи и этот. Главное, стоите в метке. Стоите в метке. Все просто, блядь. Стоите в метке. Бьете босса. Лучи по хую. Потом на вас вешается дебаф. Выбежали, вынесли. Вынесли, вернулись обратно в метку. Появились метеоры. Или метеоры. И, блядь, дальше стоите, дамажите в метку. А ты мне не сказал, в какой метке, кстати. Ты... Становись, короче, в эту, в звездочку и там херачь. У нас дамажил звездочки, и тут звездочки. Все, этот, запускаю босс. Где его держать-то? Босс стоит по центру. Он не передвигается. Он постоянно стоит по центру. Ты просто там вот нажимаешь и бьешь босса. Все. Нихуя тебе больше не надо знать. Можешь трэш подержать, если... Я вылечу. Ну, значит, босса тогда лучше всего держи. Сопротики. Денчик на Драгонсона. Как его? Блять, частицу и, короче, Драгонсона приоритете придется. Уже плечи захуй. Ярил. Ничего так плечи смотрятся, да? Это пятое. Шаман Аршам, который Аршам, ты в Элеме. Тебе тринкета на этот, на сопротивление магии нету? Шмот да? Поменяй, Аршам. Здорово. О, все, просто танчишь это. Да, что-то у меня подвисло, блядь. Я мобчиков не вижу, короче, это. ДКшка, забирай первого большого и води. Драгонсом еще больших на себя потаунтишь, потому что мобов сейчас могу прогрузиться, тогда это. Только смотрите, осторожно, не залейте себе. РДД, не бейте больше. Старик, отслеживай шторм. Да, Лёх. Да не надо забирать, я уже вижу его. Шторм, 10 секунд, разбежались. 5 секунд. Раньше. Сбежали. Больших РДД, которые на мне, бейте. Осторожно, большого не убейте. 4 стака надо еще. Ну, Ешку стопните-то.
Стопните, 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 Олежка. Все, подводи портал. Можно Инор? Что, вы 10 секунд разбежали? Бить вот около меньше хп. Я вот бить второго. 5 секунд. Собственно, я там вылетел. Сбежали. Заходи только в игру. Веди портал. Хочу репорт доиграть. Там возле портала моба убить. Шторм, 10 секунд, разбежались. Все, обратно, перетаунтишь, короче, обратно. Перетаунт подходящий. 5. Лёх, у тебя шторм чуть-чуть кривой. Это точнее. Примерно тайминги есть, хватит. Примерные. Короче, потом этого моба, который меня в КД прийти. Не срывайте, бро, у меня один таунт. Все сдохнет. Заеби. А, Драгонсон вылетел. Все, ложитесь. Сдох. Стойте, не разбегайтесь, сейчас шторм будет. Да какое уже, ложитесь, Драгонсон вылетел. Не, ну вот. Я и говорю, не надо разбегаться, мы умрем сейчас все вместе под штормом. Что убивать? Семи обратно в танк. Бесполезно. Фонзеров хила. Сука, 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 вот кто ты. Мало того, что Сабота меня украл. Победный трай был, а ты вылетел. Драгон самуретрики. Блин, он сейчас вылетит, и от него придется ранжу держать. Он в целом сдохнет на второй фазе, не переживай.